Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. А перед началом ролика хочу позвонить канал Богдан Летсплей. Он снимает видосики по майнингу на первом сервере, также снимает МТА и другие игры. Всем советую, ссылочку на его канал я оставлю в описании. Подписывайтесь, давайте поможем ему набрать 700 подписчиков. И всем приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сервере Amazing Roleplay первый сир. Мы не здесь Кирилл Красава. И думаю, вы догадались по названию ролика, о чем сегодня пойдет речь, в принципе, да, пацаны. Это случилось, я об этом говорил в предыдущей серии, то есть через серию. Я об этом говорил, когда покупал аудио, что вот, типа, может на нее блаты там поставить. Там писали некоторые, что типа, давай, будет охуенно. Я вот сам подумал и сегодня это сделал. Номера, конечно, не, блядь, ого-го, там пиздец. Но все равно, мне эти номера нравятся. Ну что ж, не буду вас томить, погнали. Так, тут я видел, встретил людей каких-то. Что-то они от меня хотят. Подвези, он пишет, наверное. Снимаешь? Да. Да, чувак, я снимаю. Чуваки, вот сейчас, несмотря на мою машину, какая стоит вот передо мной прямо сейчас, перед моим персонажем, напишите, какие я номера поставил. Передай привет. Тимби Релтин, привет тебе. Передал. Вот напишите в комментарии, какие вы думаете, какие номера поставил. Вот только честно вот так. Поставьте на паузу, напишите приблизительно, какие я номера поставил. Написали, смотрите. Вот так вот все выглядит. Я ее перекрасил, кстати, еще. Потому что, блин, черная как-то тоже банально, а я люблю выделяться. Хотя мне черная, честно говоря, больше нравилась. Напишите в комментарии, как вам больше нравится. Черная, либо вот такого цвета, в принципе. Я вот даже не знаю. Серьезно. Я вот даже не знаю. Какая, как лучше, блин. Ну, черный тоже, блин, прикольно смотрелся. Ну, черный банальный. Ну, блин, черный так бандитско смотрелся. Но это тоже неплохо. Извиняюсь за радио. Черный тоже неплохо, блин. Но, блин, я не знаю, я запутался. Этот цвет тоже неплохой. Яркий цвет ей ставить не нужно, потому что... Ну, не надо ставить яркий цвет, потому что не будет смотреться. А мои впечатления о ней. Я проехал на ней уже почти 150 километров. В принципе, купил я ее вчера. И сегодня уже поставил блат номера. Я вчера на ней целый день катался. Мне она очень понравилась. За мной Lexus какой-то увязался. Ну, да ладно, ничего страшного. Как я называю эту тачку, пацаны? Вот, как по моему мнению, что это за машина? Вот, к какому классу автомобиля на сервере она относится? Что она из себя представляет для меня лично? Для меня лично это, понимаете, Rolls-Royce и Maybach для бедных. Вот в чем. Смешно, возможно, звучит, но это да, пацаны. Это Rolls-Royce, Maybach для бедных. Понимаете? В чем прикол? Почему же так? Смотрите, ну, она выглядит очень дорого, согласитесь, дорого тачка выглядит, ну, серьезно, дорого тачка выглядит, прям нормально так, бабок, она на лям не выглядит, ну, как минимум ляма 2, в принципе, да, поэтому, что мы делаем, она выглядит очень круто, я не знаю, кто за мной увязался, блин, на Лексусе, мне даже интересно, кто это такой? А, это подписчик. Ладно, поехали. Короче, это такой Rolls-Royce для бедных, можно сказать. Короче, почему? Он тоже, смотри, как он большой. Это вам кажется. Давайте встанет сейчас Lexus с нами. Вот сюда. Давайте я вам покажу. Вот сейчас Lexus к нам встанет рядом. Смотрите, вот посмотрите на Lexus и посмотрите на эту тачку. Смотри, как она большая просто. Она огромная просто, как Rolls-Royce. По размерам. Так, смотрите, в багажнике у нас нитро лежит, а здесь у нас мотор. Здесь, пацаны, V12, 6,2 литра, блядь. 6,2 литра, смотрите, просто на это, блядь, мощь, просто мощь, блядь. Других слов у меня нету. Это просто мощь. Мощь.
В12 6 и 6 литров. Просто смотрите на, блять, это пизда просто. В12, пацаны. В12 просто, понимаете? Раз, да, 6 и 6, да, 12. Вон Максим Поляков стоит, администратор, в принципе. Не знаю, что он тут хочет от меня, конечно. Ну да ладно. Наверное, хочет, чтобы проехал Lexus. Нет, оттолкнуть Lexus хочет. Да уж. Один цвета 156 цвет, в принципе, на Audi. Твою машину побил. Как он побил, если он... Блин, это вообще-то администратор. Ой, блин. Чувака забанили на 5 дней просто. 156. Просто чувака забанили, я в шоке, реально. Спасибо большое. Не за что. Блять, чувака на 5 дней, блять. Карл, просто на 5 дней чувака при мне забанили. Понимаете? На 5 дней из-за оскорбления. А что он ему написал там? Так, пошел нахуй. Блять, ну пиздец, 5 дней, блин, подписчик. Я тебе очень соболезную, братан. Блин. 5 дней бана, собака. Это пиздец. Это просто пиздец, пацаны. По-другому я не могу ничего сказать. Просто прям на видосе при мне, возле меня, забанили человека на 5 дней за оскорбление администрации. Это норма, блин, пацаны, это норма вообще. Мне тоже этот цвет прикалывает, кстати. Это мне его посоветовал Леонид, зам моей Фоме, в принципе. Конопля, по-моему, Леонид Конопля. Я, блин, точно его не помню фамилию, постоянно забываю. По-моему, Леонид Конопля, у него ник. Поэтому, встретите ему, передавайте привет. Не, ну, блин, выглядит она очень охренено. Вот даже давайте я сравню вам по размеру с ГТРом, смотрите. Ты какая просто корова, блядь, корова, понимаете? Просто это бизнес. Просто это элитная тачка, пацаны. За лям просто. Я же говорю, Rolls-Royce для бедных. Едет на 100 км, не спорю, хуёво и так далее. Номера, кстати, почему именно такие номера я поставил? Да потому что все full black номера заняты, во-первых. Во-вторых, блин, а что-то такое ставить там, знаете, SAS 3/4, такое я не хотел ставить. Я хотел что-то такое со смыслом, знаете, что, блядь, хоть что-то было со смыслом. Топ, типа, знаете, топ. Ну, топ. Вообще-то, ну, если считать по-русски, то тор. А по-английски топ. 3/4. Почему 4? 5, по-моему, были заняты, если я не ошибаюсь. Да. 3 не смотрелись бы, 2 тоже, 1. Ну, 1 я не пробовал. Я знаю, что топ 3/8 заняты, они у меня на Мерседесе стоят на основе. Топ 3/9 заняты, они на Ямахе стоят. А насчет остальных топов, я не знаю. Я пробовал 3/4 поставить, и вот они оказались не заняты. Вот в чем прикол. Поэтому я их, в принципе, и поставил. За 500 рублей задонил. У меня было 400, я еще сотку задонил, короче. И вот так вот получилось. Типа, ID уже был? Или нет? Насчет того, что происходит сейчас у меня в армии, я сниму в день, ну, в следующем видосе, наверное, расскажу. В принципе, напишите обязательно в комментариях, оставите вот такой вот темно-темно-синий, возможно. Да, темно-темно-синий. Либо в черный ее покрасить. Диски, честно, не хочу трогать диски, не хочу. Есть идея насчет дисков поставить, я знаю уже какие, но, блин, она будет, знаете, уже выглядеть не как бизнес-класс какой-то, а какая-то, блин, знаете, гоночная машина типа а-ля RS7. Вот так она будет выглядеть. Поэтому я ее трогать не хочу. Пожалуй, я ее трогать не буду. Диск именно трогать не хочу. Но смотрите, давайте сейчас я пристановлюсь здесь. Морда просто, смотрите, как морда просто выглядит. Ну, блять, эти фары просто диодные.
Это просто, блин, жопа какая красивая, просто, пацаны. Я не понимаю, почему ее не покупают. Я просто не понимаю, серьезно. Блять, всем так нужна скорость? Да, блин, 101 км едет, кстати, так само, как и Rolls-Royce и Maybach едет она. В принципе, одинаково. Да, 101 км, блять. Ну, на этой тачке даже не хочется, не хочется наваливать. Понимаете? Да, есть нитро, в принципе. Хотя еще один минус для меня, хотя, ну, тоже нормально, это передний привод. Она переднеприводная. Но прикольно тем, что вы со старта с нитро просто со шлейфом таким уходите, красивым. Ну, будем типа думать, что у нас полный привод. Я не знаю, в реальной жизни, наверное, у него полный привод. Либо задний, не, наверное, задний привод у него. Ну, будем считать, что у нас полный привод. Просто смотрите вот так вот. Просто с места. Ну, пробусковочка такая и пошел просто. Это довольно-таки круто выглядит тоже. Ну, блин, ну серьезно, это S8. Это вам не RS7 там. В принципе, жопа очень похожа на RS7, не спорю, прям, блядь, очень-очень похожа. Но морда, видите, по фарам даже видно, что это не RS7. И по-моему, бамперу вот этому нижнему. Да и решетка, по-моему, не такая прям. Хотя, по-моему, бля, я уже запутался. Кстати, морда напоминает А6. А6 напоминает. Морда очень напоминает А6. Ну, блин, смотри, какая она просто огромная, блин. Это реально бизнес-машина. Просто Rolls-Royce для бедных, реально. Rolls-Royce для бедных. Я поставил блок номера. Вы спросите, блядь, Кирилл, у тебя разбанят через 9 дней. Нахуя ты их поставил? Ну, ты чё, долбоёб? Да, пацаны, я долбоёб. Я поставил блок номера, конечно, блин. Ну, блин, мне просто эта тачка очень понравилась. Я, блядь, конечно, я мог на Lexus поставить, на Mustang. Там, блядь. Но я не захотел этого делать. Я реально не захотел этого делать. Давайте канистру еще купим. Блин, бабок у меня, кстати, вообще понты остались. Сколько у меня, кстати, зарплата должна прийти была уже? Так. Ага, хуй там плавал, конечно. Потому что никто патроны, сука, не возит. Ну, конечно, я, блядь, пытался возить патроны, блядь, но нападают, блядь, стадо, блядь, просто ПГшников, блядь, и все, нахуй. Либо я, блядь, вожу патроны, а их уже, блядь, привезли, нахуй. Замечательно. Просто замечательно. Мы немного разбили нашу Audi. Капот, да? Капот. Такое ощущение, что капот просто, знаете, открылся. А, не, видите, он его повело, да. Сейчас починим тогда ее. Ну реально, мне эта тачка очень. Я просто на ней катаюсь уже второй день, реально. Я Lexus даже не беру. Не, Lexus охуенно, тоже тачка, не спорю. Я не понимаю, почему ее реально не берут, эту Audi. Почему ее не берут? Разгон у нее довольно-таки хороший, я вам скажу. Без нитра даже. Разгон у нее более-менее комфортный. Вы не будете там, блядь, овощить, как пиздец, но... В тапочку дать сможете. Давайте мы откроем машину. Здесь сейчас он не спиздит. Пожар до водолаза. Ну, давай его подвезем, кули. Почему бы нет, в принципе. Уже в Южном тогда починимся. Потому что чуваку надо на водолазы, как я понимаю. Ну, блин, смотрите, просто, ну, блядь, ну, пиздец. Мне она очень нравится, просто. И всем вам тоже она вроде бы как понравилась. Поэтому, что, блядь, что сегодня бомжей буду возить? Или чё? Ещё, блядь, какой-то долбоёб меня врезался, блядь. Так вот просто со шлейфом уходим со светофора, блядь. Так вот просто. Просто козырно уходим. Номера, конечно, не самые лучшие, пацаны, не отрицаю, не отрицаю. Но лучше ничего я бы не мог поставить. Если будете ставить блат номера, знаете, свободны, наверное, только там 2-3 номера топ. И всё, я думаю. Остальные все заняты именно такого типа там. ЕКХ, топ и так далее. И найдется немного денег. Блин, я сам, конечно, блядь, ну ладно, давайте им по 5000 дадим. В принципе, я сегодня добрый. Блядь, какой еблан просто. Ну и что ты делаешь? Просто ебланище тупорылое. Кого надо, сука, прихуярить? Просто, блядь. Сука, так тяжело, блядь, объехать. Такой еблан. Мне кажется, он специально, сука. Сейчас мы его все догоним, блядь. Я ему, блядь, настреляю пилюлей, сука. Уёбок ебучий. Сука, еду, никого не трогаю. Раз, мне на светофоре в жопу въебался, сука. Пидорасина ебаная, блядь.
Конечно, я его не догоню, потому что у меня максималка поменьше. Сука, ну если я сейчас его, блядь, встречу где-то на дороге, блядь, я ему таких хуёв, сука, в рот натыкаю, блядь. Пидорас, блядь, вонючий, сука, медик. Так, я вон тоже чуваку дал, а этому не дал, по-моему, денег, 23. Держи, короче, чувак. Я же видишь, что у меня, типа, блат эмиграция, я думаю, блядь, ебать мажор какой-то, надо у него бабок поглянчить. Спасибо, добрый человек, не за что. От души, блядь, правда, у меня бампер, сука, блядь, потерялся, нахуй. Охуенно просто, блядь. Знаете, в чем прикол еще, пацаны? Ну ладно, это я уже расскажу насчет военной части, в чем прикол, я потом расскажу вам. Потом все узнаете, если что. Больше бы таких людей. Махмуд. Махмуд, блядь. Че? Махмед, может? Махмуд. Как-то странно звучит, ну ладно. Давайте довезем их. Что-то мне стрёмно. Храни тебя Господь. Аллах Акбар. Что-то мне очково, пацаны, блядь. Когда такие фразы говорят, что-то плохое происходит, понимаете? Сейчас, блядь, хуя машина взорвалась, блядь. Ой. Ну, блядь, ну куда ты, сука, лагающий пидар? Реально бесят такие, сука. Ну лагаешь ты, блядь, ну не едь, сука, по, блядь, под портрейски, нахуй. Пиздец. Просто реально бесит такие люди. Бля, ну я очень доволен тачкой, на самом деле. Так, съебался нахуй сюда. Не видишь, блядь, Audi, сука, едет. И видите, ну, блядь, под нитросиком, в принципе, даже без нитро, на переднем приводе можно даже боком давать, спокойно на ней. Но это вообще бизнес-класс, пацаны, чтобы вы знали, в принципе, S8, это бизнес-класс такой. Ну, блин, как я говорил уже 100 раз, блин, Rolls-Royce для бедных просто, серьезно. Салон у нее тоже охуенный просто, сама внешний вид охуенный. Их мало на сервере, всего лишь 2 штуки, у подписчика моего и у меня. Поэтому, как бы, ну, их мало. Они, конечно, не актуальны в плане продажи. Вы ее там, блядь, не продадите, блядь, за те же 10 минут кому-то. Потому что машина специфическая, не всем нравится, ну, блядь. Сука, как может эта тачка не нравиться, блин? Да, максималка хуйня, но, блядь, это S8, ёбаный хуй. Чё он там хочет? Можешь еще немного бабок дать. Ну ладно, на тебе, 292, 5000. Чтобы вы знали, пацаны, у меня в банке 62 тысячи лежит, все. Это все мои деньги. В принципе, я все деньги потратил на вот Audi эту. Как бы донат я в деньги не мог перевести, потому что я задонил 100 рублей, у меня было 400, вышло 500 и поставил номера. Сейчас живу благодаря своей зарплате военного, поэтому особо бабками не раскидываюсь. Ну, ладно, ничего страшного. В принципе, думаю, на это будем заканчивать. Я думаю, вы поняли всю суть этой тачки. Да, спасибо тебе. Просто, блядь, сколько этих даунов, блядь. Какие просто долбоёбы, блядь, играют, сука, ебучие, блядь. Вот подъедь сюда, иди сюда, подъедь, нахуй. Просто, он специально всех таранит, смотрите. Просто, блядь, ебланище, сука, редкое, блядь. Чтобы у тебя, сука, блядь, как тебе, блядь, эту машину в очко, сука, кто-то засунул, блядь. Петух тупой, блядь. Просто какой-то петушара ебаный, сука, едет на розовом санкинге, блядь. Сука. Пидор, блядь. Ебучий. Че лагает, пидорас ебаный. Просто, сука, блядь, охуевает этих долбоебов. Ну, сука, ездишь ты на этой хуйне, блядь. Заработал ты на нее, блядь. Нахуй, сука, таранит всех, придурок ебаный. Сука. Блять, в реальной жизни он бы так ебальник бы уже набил, сука, пидорат, блять. Ну реально, блядь, я стоял, никого не трогал, нет, надо, сука, было в АФК выйти, меня как уебать, сука, в сраку, блять. Вообще, замечательно просто. Просто замечательно. Ладно, на этом у меня все, чуваки, всем спасибо за просмотр, там, ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал, пишите, блин, черную Audi делать, или, ну, оставлять ее синей такой, или черную делать, короче. Пишите, блин, там, в комментариях. Ну и ждите новых серий. Всем пока-пока.
was from the city, she was from the outside, I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city, she was from the outside, I was from the north.